Здравствуйте, дорогие друзья! Для приготовления этих пирожков нам нужно сначала сделать начинку. Начинка, как вы поняли, будет из капусты, но с некоторыми такими нюансами, которые я люблю в этой начинке. Нашинкованную капусту поливаю соком одного лимона, пол лимона, прошу прощения. И хорошо это все перемешиваю. И все хорошо переминаю прям двумя руками, для того, чтобы она стала более мягкой. Конечно, такую капусту можно добавить квашеную капусту, тогда она будет кисловатая, тоже с такой кислинкой. Но мне нравится с лимоном. И правильно я сказала, добавляю еще сок другой половины лимона. Таким образом, на эти мои 700 грамм капусты идет целый лимон. Яйца добавляю, щепотку соли и хорошо их взбиваю венчиком. В разогретую сковороду наливаю чуть-чуть масла. И выливаю омлет. Жарю на таком нормальном огне, постоянно помешивая. Все, у меня сковородка толстостенная, она будет держать еще тепло, поэтому уже выключила огонь. Так, омлет переложила на тарелочку, пусть остывает пока. А на сковородку опять наливаю немножко масла. У меня сегодня растительное масло кукурузное. И высыпаю для обжарки лук. Когда лук обжарился до такого вот золотистого цвета, то добавляю морковку. Я беру всегда морковки в два раза больше, чем лука. И по весу, и так по объему получается. Морковка должна хорошо соединиться с луком, немножко с этим маслом, прожариться, для того, чтобы образовался этот каротин, который так нужен для нашего организма. Все время жарю на таком среднем огне. Дальше добавляю капусту. Стараюсь высыпать ее в суп. Хорошенько все перемешиваю. Я всегда делаю морковку, тру на терке. Немножко такая, чтобы она была более мелкая. Не на самую крупную терку. Тогда морковка хорошо окрашивает, мне так кажется, капусту. И в конце жарки оно будет все однородное и красивое. И вкусное. Когда капуста уже стала вся такая вот мягкая и уменьшилась в объеме, добавляю по вкусу соль и перец. Я взяла чайную ложку без горки соли и меньше, чем пол чайной ложки перца. Присаливаю, перчу. Жарю все время с открытой крышкой. В капусту добавляю яйцо рубленное и зелень. Все перемешиваю. Итак, начинка готова, она остывает. Можно бы было добавить сюда еще чайную ложку сахара, но я этого никогда не делаю. После того, как приготовили начинку, будем готовить тесто. Выливаю стакан сыворотка у меня, можно кефир.
столовую ложку сметаны, 2 столовых ложки сметаны, 1 желток. Добавляю столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Все это перемешиваю. Просеяла 400 грамм муки и сюда же добавляю соду. Соду чайную ложку. Хорошенько все перемешиваю. У меня мука белая и цельнозерновая. 1 к 1. 200 грамм одной, 200 грамм другой. И соединяю постепенно. Выливаю сюда конца и замешиваю тесто. Сначала ложкой или лопаткой. Так, добавляю столовую ложку масла. И уже можно замешивать руками. Вот если тесто липнет немножко вот так к рукам, можно доску посыпать, поверхность посыпать чуть-чуть мукой. Поэтому буквально столовую ложку вот так присыпаю поверхность и чуть-чуть обкатываю это тесто в муку. Не умешиваем, а просто сверху. Чтобы оно не липло к рукам и к поверхности. Тесто должно быть легким, мягким, воздушным таким. И оставляем его отдохнуть минут на 15-20. Так, прошло 15 минут. Немножко на руки возьму масло. Тесто очень податливое, очень мягкое такое, живое. Очень похоже на дрожжевое тесто. Тянется и хорошо защипывается. Можно так придавить, а можно просто даже чуть-чуть вот так прокачать. На хорошо разогретую сковороду наливаю масло и выкладываю пирожочки. Огонь немножко уменьшила.
переворачиваю и жарю с другой стороны. Особенно не зажариваю их, так как начинка у нас практически готова, а теста там не так и много. Так что они вполне прожарились. Очень приятно пахнут. Готовые пирожки выкладываю на бумажную салфетку. Итак, пирожочки приготовила. По этому рецепту тесто можно готовить с любой начинкой. Они очень получаются вкусные, легкие, мягкие. Так что готовьте, будьте здоровы и до следующих видео.